Еврокомиссия считает, что американская компания Boeing продолжает получать госсубсидии, несмотря на запрет, вынесенный судом ВТО в конце прошлого года. В заявлении Евросоюза, направленном ВТО, высказывается требование предоставить ЕС право ввести против США коммерческие санкции в размере 12 миллиардов долларов в год. Жалоба стала очередным ходом ЕС в восьмилетней войне за субсидии между двумя крупнейшими в мире производителями самолетов. Суд Всемирной торговой организации обнаружил, что власти Соединенных Штатов выделили не менее 5 миллиардов долларов компании Boeing, но в Airbus уверены, что эта сумма занижена по крайней мере в 4 раза. В Евросоюзе уверены, что эти деньги могли пойти на разработку Boeing 787 Dreamliner.